У меня в руках протокол номер 8 заседания Политбюро Центрального комитета КПСС от 28 апреля 1986 года под председательством Горбачева. Среди прочих вопросов, касающихся аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в пятом пункте говорится о том, что необходимо подготовить информационное сообщение для программы «Время» и, соответственно, опубликовать его в газете «Известия». А далее сам текст сообщения. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария, поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. И далее. Только для Хельсинки, Осло, Стокгольма, Копенгагена. Скажите, что в случае, если появятся данные, представляющие особый интерес для этих стран, то о них будет сообщено дополнительно. Вот такая вот была дозированная информация.